Сейчас я буду начинать с Амаракара играть игру Саба. Начало играть нормально, без всяких чит-кодов, там, дополнений, там, сохранений. А именно начинать с Амаракара играть нормально, то есть, да, именно полноценно. Делать миссии в Самаре, то есть, без всякого этого. То есть, ну, реально, действительно, по-серьезному, да. Все. Именно начинаю с сегодняшнего утра играть в Самару. Правильно, правильно. Все, можете вставать, просыпаться. Да, встаем, встаем, ребят. Привет, Маслори, встаем, да. Так, вроде я ничего не забыл, да? Эту самую крышку сразу сливную закроем, масляную, чтоб Максим не убежал. Сколько раз я уже этот ебаный движок собирал, а? Он мне уже стал как родной. Да, но один хуй у тебя нормально не работает. Ну, то есть все очень просто. Вообще машиностроение — это самое, наверное, простое, что есть в современном мире. То есть, да, все очень просто, уже все давно изучено, исследовано. То есть строить машины — это очень легко. Ну, как бы проще этого, наверное, ничего сейчас нет. Потому что все давно уже всем известно, и машины давно выпускаются. Каритика змей! Каритика змей! Выходит из жопы моей, твоей! Алина! Саша Семокин – нормальный человек или лох? Если бы я знал кто-то, я бы с тобой подискутировал. Я таких людей не знаю. Так принято в наше время, что я с нормальными людьми общаюсь. Вот, а таких я не знаю, чел. Максима еще взять. А что так дорого-то все? Давай еще эту. Так, ну, еды надо взять. Я хочу себе купить микрофон этот, такой, как бы караоке поют у него. Он стоит от комаров? Ну, довольно-таки большие деньги. Ну, черсы можно одни. Давай, родной. Сколько там? Твой кот. Денег-то не остается-то практически. Что, у нас один пакет, что ли, все вместилось? Что ты тут не наебал меня случайно? А? Угу. Давай, в следующий раз приду, бесплатно заберу. Понял, чмо? Деклад, уж дрожь по телу, давай забудем эту драму, забудем эту тему. Зачеркнуть лето время мелом. Пусть я буду не последним, но стану первым. Я буду первый раз в жизни. Ты кому на целого? Я сама шашу и тайта. Ой, кашу на тула калла. Я кашу на ну катишка веса. Шашла, аж калла туа не его. Аж кашу на тула калла. Телефон не его на дно и лапте. И ты пешь в зиле. Да, да, да. Не, комиссар, не моя дилка. У меня коростина. До свидания. Эй, салага! Чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Сейчас перетаскаю, потом на трактор колеса забирать. И уже тогда полностью машина будет готова. Не, а что, быстро мы так-то собрали, по сути, да? Сколько у нас ушло время? 2 часа. Обычно я его за 3 дня собирал, аппарат этот. Ну да, конечно, квартира 27-я, Свет. Корпус в доме есть или просто дом 54? Светла. Не, корпуса нет, Свет. Ой. Меня зовут Тимофей. Ай, ладно, не важно. Как вас зовут? Валерий Альбертович. Валерий Альбертович. Да. Альбертович. Валерий Альбертович. Альбертович, повторите. Да. Валерий Альбертович, да? Альбертович. Альбертович, да. Альбертович. Валерий Альбертович, Аль. Да. Альберт. Аль. А.Л. Да, Альбертович.
Еще раз. Альбертович Валерий. А, понял. Так, вот также шеф соус, там у него майонез, чеснок, соевый соус. А куда это я звонил? Там говорил вначале? Нет. Я укроп. Соусы. А, то есть я еще и укроп, да? Укроп входит в соус. То есть я укроп в соусе. А, я говорю, что, что состав соуса. Шеф-соус сделан из майонеза, чеснока, соевого соуса и укропа. Я вас понял. То есть вы некомпетентны, да, в моем решении вопроса. Ну, я же хочу оформить сейчас заказ, а не шутки здесь играю с вами. Ну, я с вами тоже не в шутки играю. Я жду, чтобы вы что-то выбрали еще. Так а что ж вы меня укропом назвали? Я вас не назвал укропом. Я говорю состав вам шеф-соуса. То, вы мне сказали, что я укроп майонезе. Я не говорил, что вы укроп майонез, я говорил состав соуса. В соус шеф входит майонез, чеснок, соевый соус и укроп. То есть я хочу коктейль, а вы мне сказали, что еще и коктейля нет у вас там. Аппарат готов, да, сука? Осталось колеса, там движок и по мелочи, да, да. Машинка отправляется за колесами. Да. Лёй. Да ты что, сука, рай? Чё, ёба, чё ты? Ай-яй, ты чё? Это просто жесть. Ай-яй-яй. Ну чё, путь смерти ждёшь? Бан, брат. Ну всё, сука. Ты, сука, дура. Ничего не попутала, ты мартышка. И так шматывай. Не понял? Ему поднять его? Ну что, тяжелее трактора? Да, мы... Да, вот он. Блядь, сейчас уйбать, сейчас уйбать тебя. Блядь! Пиздец. Ну что это за брать? Как выходить из ситуации? А что я упал? Что-то не понял. Ситуация, конечно, не очень. Обидно вышло. Менеджер Владимир Лох, даже если это было бы так, что в этом такого-то? Валера, я вышел, что случилось, Валера. Не понял, кто Валера, во-первых, во-вторых, заткнись, а во-вторых, иди нахуй. Деда... Все, чел пошел воровываться собирать ненужные колеса. Вот, смотри. Чел колеса забирает. Да. Лежат без дела. Смотри. Все. Окунь. Итак, смотри. О. Опа! Да, окунь. Смотря. Комментировать будем вообще происходящее или похуй? Ничего, что чел колеса нашел. У меня голова, если заболит, я шапочку с фольги одеваю, мне похуй. Понятно? Я просто к тому, что участили случаи головных болей. Вообще у мужчины до 30 лет голова не должна болеть. Если болит голова мужика, которому 30 лет, то это все. Значит, он уже больной, все. Это уже все. Потому что не может голова болеть у мужчины, которому 30 лет и меньше. Вот, а сейчас вот как раз магнитные бури, вот. Потому что, я еще раз повторяю, вот болит у тех, кто живет там в квартирах, говно. Да иди ты, блядь. Выхлопы всякие, машины. Сегодня выходил мусор выносить и видел, как самолет химтрил выпускал. Ну, как ты это прокомментируешь? Ну, есть такое, есть и есть. Чё, ну да, чё? Это нормальное явление, а что делать? А что делать? Так оно и это самое, и туда-сюда, и все. А как ты хотел? Это где-то нормально? Ну я ж тебе говорю, шапочку с фольги одень и ходи. Ну ты не оденешь, потому что думаешь, что-то неправильно. А я одену. У меня будет все нормально, а ты дальше смейся, клоун. Вот и все. Правильно, правильно. А я в шапочке сижу. Из фольги. И чё? Ты клоун, сука. Значит, запомни. Если у тебя будет голова болеть, ты и шаг. Ты как любой биомусор,
будешь пить таблетки. Согласен, потому что таблетки это химия. Зачастую, да, мало ты есть здесь таблеток, которые действительно полезны. Вот. Я таблетки не пью, потому что я знаю, что это все бизнес, понимаешь? Это все бизнес. Вся вот эта медиасфера, то есть, да, вот это как она называется, таблетки это все бизнес. Это они не созданы, чтобы лечить. Они созданы для того, чтобы бабки рубить, чтобы их покупали, понимаешь, таблетки все эти. Вот. Поэтому я таблетки, естественно, не пью. Я же не дал. Правильно. Чтобы голова не болела, если она болит, я одеваю шапочку из фольги. Если хотите стать тупым и облысевшим, как дедушка, то носите шапку каждый день по 5 часов в день. Понимаешь, я разговариваю с природой. Я природный мальчик. То есть, действительно. И, значит, сегодня я проснулся, да, идет магнитное влияние на голову, понял? Я взял эту самую, думаю, ну, я не знал, что это поможет, не поможет, пошел, ну, я взял эту самую шапочку из фольги себе на голову и сижу такое, я сижу, минут 10-15, все, начало попускать. Попробуйте, что вы? Попробуйте, прежде чем говорить и смеяться. Не каждому, да, там, не у каждого есть возможности, скажем так, как-то, ну, получить то, что не хотят. Но, к сожалению, так устроено. Заебись, блядь, просто подвинул машину коробкой. Заткнись, я разговариваю с людьми. Поэтому, сука, сложная тема, действительно. Блядь, уебался. Ну ты прикалывайся, ебанько, сука. Ну вот как это, сука, возможно? Как, сука, это происходит? Какого... Тварь, сука. Все, да. Я, кстати, срал на эту самую на платформу. Было дело. Вот у там, да. Привет, Викусь, привет. Там прям на этом, на площадке, где это вертолет. Было дело. Значит, да кто там, сука, звонит? Здравствуйте. Блять. Ебать, ты че, сука? Что это было? Меня убил телефон, сука! Током! Везде во всем электроника задействована, да, электроника везде повсюду. Технологии вот эти вот все, да. Денис, привет, туда я там поперхнулся. Говорит, зарядку какую-то. Все, кто фанаты электромашин, это реально люди недалекие, да, просто... О, привет, а ты что здесь сидишь? Кто это сказал? Ты что, стримишь, что ли? В смысле? Ты кто? Не понял. Что это было? Это кто был так? Линк, что ли? Игорёк? Что-то голос знакомый. А кто это был-то? О, привет. А ты что здесь? Подожди, это Мемос? Ты что, стримишь, что ли? Иди нахуй. У меня просто реально был Дискорд открыт. У нас свой там есть голосовой чат. Я там в нем сидел, думал, кто-то зашел, сука. Не могу так работать, сука, когда темно в гараже. Я поплыл к себе на дачу, там нам предохранитель забрать надо. Касательно Теслы, касательно баб, касательно техники, касательно образования. Все. Чел обо всем все знает. Да. А на деле на голове шапочка, кентавр не двига, щиток сгорел, машина москвич, игра смута. Так, где? Мне сказали здесь, что есть? Предохранители. Где? Где? Где он есть, реально? Ну явно не в параше. Рот закрой.
Почему я снова начал играть в эту игру, сейчас объясню. Ну, типа, я всегда играл это, с читами. С читами начал играть. Ну, типа, всегда. А сейчас я вообще без единого чита хочу ее пройти полностью. Ну, то есть по-нормальному, без читов. Закончатся финансы у Челикса, ну, пойду там ассанизатором работать. Ну, то есть все как в реале, чтобы было. Ну, понятно все. Ясно, да пом- Оберни своего енотика Инчика в фольгу и положи так в его крутую 600 ватт будку. И держи так минут 45 при температуре 180 градусов. Потом сними свою шапочку и засунь к нему свою тупорылую башку. Вот просто попробуйте, если у вас болит голова. Ну, в принципе, ну сейчас она у меня, сейчас просто ситуация такая, что магнитные волны пошли, бури магнитные, понял? Просто вот ты сейчас, допустим, вот у тебя разболелась голова. Никого не слушай, только меня. Ну, в этом плане. Возьми шапочку. Сделай шапочку себе. Я тебя буду вот так вот сделай фольгой себе шапочку. И ты заметишь, может, через 10-15 у тебя исчезнут. Блять, фоткаешь, пиздец, кто это? Сейчас, пацаки, проводка осталась, да, и уже пробую завести. Полный, да, получается, если ничего нету. Иначе ничего не протекает. А, Максима движок еще надо. Сейчас Максима еще залью. Максима надо еще ливануть. Ну это ладно, это все литорика. Потом проводку ту ебаную. Ну, если все стоит, должно нормально поставиться. Клемма стартера еще должна стоять у нас там правильным образом. Ну ничего, это я тоже вспомню, как там что. Погодите, не отвлекайте, пожалуйста. Дайте мне надо воды попить, у меня человек умирает. Давай. Студиона. Что зробив? Что зробив я? Сейчас уйбеться. Пизда. Ебаные мусора, сука. Что, сука, делали, блядь? Ебаный в рот! Понабился, сука, первый раз в жизни перед мусорами и в мэр. Минус час эти горы, короче. Здравствуй, девушка. Я чеченец. У меня Toyota Camry 3.5. Что ты хочешь сказать мне? Не слышал. Мне? А? Не понял. Ты. Ничего не понял. Повтори, пожалуйста, я ходил. Пробки купить надо. Ай, да, сребетя. Блять. Человек умер на эндуро. Ну, сука, сколько можно?